Всем привет, друзья! Вы на канале Ретро Аниме. И сегодня к просмотру я вам рекомендую аниме «Уличный боец 2». Теневая организация Shadow Law, завоевавшая уже огромное влияние через торговлю наркотиками и оружием, во главе со злодеем Байсоном, намеревается увеличить свое влияние, нанимая лучших в мире уличных бойцов. Но больше всего организация заинтересована в Рю, известном японском бойце, путешествующем по всему миру и сражающемуся с другими бойцами. Чтобы заманить Рю к себе, Байсон похищает его верного товарища Кена Мастерса и использует его как приманку. Рю вместе со своими соратниками Чун Ли и Гайлом отправляется на поиски своего друга. Приятного просмотра, друзья! Если вам понравилось это видео, можете подписаться на канал и поставить колокольчик.